Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и мы обозреваем на 6 февраля новые ивенты в Наруто, онлайн, английская версия, все дела. Значит, что тут, по-быстренькому давайте, хотя тут нечего по сути обозревать, ну в смысле того, что и так все довольно просто. Итак, Ирука сьюит, Ирука костюм, очередной Ирука, но он, конечно, всего лишь второй. Но, если честно, у нас тот Ирука, мы его проскилброчили уже, на него даже скилброки давали. Его фрагменты дают там везде, короче. Его уже купили 100 лет назад все игроки. И теперь нам дают, короче, очередную версию этого Ируки. Ну, это не круто. В общем-то, единственная надежда моя, это то, что его дадут нам бесплатно, и я смогу его обозреть на канале. То есть, это вот единственный, самый лучший вариант, который бы был. И, кстати, возможно, его как раз-таки и дадут нам бесплатно, потому что у нас тут Colored Banner Gift есть. Хотя в Colored Banner Gift, по-моему, нет, не дают. Ну, в общем, хотелось бы его бесплатно получить. А если он за что-то, за купоны, то нет. Ну, и если вы его купите все-таки, то не забывайте, что я буду рад обозреть на вашем аккаунте. Значит, New Skill 3 of Breakthrough дан за 3 star. Ну, он и раньше был Skill Breakthrough, да. Теперь же появилась возможность сделать ему Skill 3, то есть не тратить фрагменты данза. И при этом также все это на 3 звездах можно сделать. Ну, я уже его прокачал до 5 звезд давно, уже очень давно. И уже сделал ему скиллброки практически все. Ну, по крайней мере, тех, что мне нужны были. И к тому же его сейчас уже никто не использует. Я еще помню те времена, когда я только начинал играть Наруто онлайн. Я зашел, короче, на первый сервер посмотреть, а какие же топовые команды. Это был первый обзор меты, вы можете найти этот ролик у меня на канале, он часть прохождения, то есть это даже не отдельный ролик, как мета. Он-то не так называется. Но, в общем-то, прикол заключается в том, что там в топовых командах стоял Данза. То есть в самых топовых, донатеры гребаны, у них там, кстати, тогда было по 100 мощи. То есть 100 мощи это был мега донатер. Сейчас у меня 275к. Ну, правда, это 2 года, блин, прошло. Но тем не менее. Значит, Weakly Strong Ninja. Наруто Ранин, естественно, за эти, за инготы. Скорее всего, Кимимара тоже за инготы. Минато, Эда Тенсей, классика. Блин, пора бы его, наверное, уже покупать, потому что, ну, блин. Не намечается никаких ниндзя, которые за купоны и при этом крутые. То есть Минато Эда Тенсейны получается у нас следующий Ашура. То есть следующий ниндзя, который будет для якобы фри-ту-плейщиков. Мадара Эда Тенсей релиз. Ну или Мадара, ну Мадару я не вижу, чтобы он фри-ту-плейщикам как-то помогал. Не настолько он крут, как по мне. Значит, New Assist Link карты. Карты Assist Link добавлены. Это Наруто Санин. Именно Санин. Не Ашура. Значит, Саски Рин и Шаринган. Это жирненько, я бы сказал, потому что он, его и так кто-то использует, а теперь у него еще и ассист картка есть, то есть ему дополнительная мощь придет. И Сакура Клок. Сакура Клок, вот это прикольно. У меня она есть, значит, будем ее прокачивать, как ниндзя воды. Ну, вы поняли, это там ассист линк-карды, это вот эти вот карточки, которые мы за скроллы, за бонд-скроллы, кажется, какие-то, разных стихий прокачиваем, в общем-то. И, естественно, добавляем еще и мощи самому ниндзя, которого мы прокачиваем. Поэтому, ну, кроме Сакуры я тут никого не вижу, конечно. Было бы круто Мадару какую-нибудь. А, Мадара аж прокачивается, кстати, там. Так что я его уже прокачал. Значит, Шиноби Фист. Ну, здесь понятно, арена тренинг. Внимание на него. Все. Сосредоточьте. Colored Banner Gift. Но.
Но, короче, тут надо тратить купоны, а естественно, практически никто не будет тратить. В принципе, у нас самая крупная группа, поэтому мы побеждаем. Но зачастую никто не любит сюда вливать чего-нибудь, чтобы получать. Потому что ты как бы вливаешь, а получают все в группе. И то есть это такой себе альтруизм. А альтруизм, он не очень в моде. Значит, Total Spending Repaid, Lucky Stars View. Вот Lucky Stars View, прикольно. Ну, смотря что там, конечно, ну... В принципе, вот есть шанс опыта 10 хвостов получить. Слушайте, вот бы хоть мне повезло получить. Это ж Lucky Stars View, то есть это такой free-to-play ивент. Интересно, может ли фри-ту-плейщик здесь этого опыта получить? Напишите, как вы считаете. Но было бы прикольно. Ну, то есть, типа, он дофигища инготов стоит. Получится, что это фри-ту-плейный ниндзя опыта 10 хвосты. Значит, просто лаки, ну и это лаки снэч или что-то вроде того. И тут, короче, за количество крутков там разные вещи дают. Lucky Board, если планируете тратить купоны, то вам сюда. Но я не советую тратить купоны на той неделе, потому что все же Fukurukumaru Deals получше ивент. Он позволяет вам гарантированно что-то получить за потраченные свои купоны. Fateful Choice, ну это обычно трэш-ивент, хотя могут быть исключения. Там какой-нибудь Sasuke Rin и Sharingan обычно продается, еще кто-то. Summon Rebates, да, копите свитки, если кто-то накопил, то тратьте свитки. Recruitment Feedback, Time Limited Treasure 2, вот вопрос. Эх, какой там этот Джинчурик сидит? Если это Ягура, я, может быть, заролил бы, у меня есть 200 свитков. Но я почему-то сомневаюсь, потому что это Ягура был в прошлый раз. Goldfish Fishing, и надо не забыть, что это Ягуру не надо прокачивать. Ну, в смысле, не надо его нанимать, если я его заролю. Потому что он тут нужен сразу четырехзвездным. Значит, ну, это тоже к Recruitment Feedback идет. Activity Lucky Bag. Ну, это стандартный ивент. В принципе, неплохой free-to-play ивент. И что я могу сказать? Ну, слабая неделя. Очень-очень слабая. Короче, кроме Lucky Fist'а и вот этого вот Activity Lucky Bag'а, ничего по сути нету толкового. Эта неделя гораздо лучше, поэтому если хотите что-то там потратить, купоны, или, не знаю, ну, что угодно делать, то делайте на этой неделе. Следующая неделя это просто вот вообще... Пустота, пустота. Просто отдых какой-то, не знаю. Ну и посмотрим, пожалуй, все-таки почитаем какие-то комменты. Раз у нас куча времени. Доллар, 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 ивент. Ну да, все платные. Where is the Fuku event? Так Fuku на этой неделе. Good event, but... Meh week for free-to-play. Да, плохая неделя для free-to-play-щиков. А кто это такой? Напишите, знаете вы этого? А, это какой-то Сэнджу, это что ли Хаширама в детстве? Не видел его ни разу. Ну, я типа, у меня метод дедукции, потому что у него значок Сэнджу на лбу. Он в доспехах. И он брюнет, и как бы... Но маленький. Маленький Хаширамчик, Хаширама школота. Интересно, когда-нибудь этого ниндзя добавят в Наруто онлайн? Так и назвать. Хаширама Школота. Bad events, I don't want to pay money for have fun. Чувак, тогда тебе нечего делать в игре в этой. Если ты не хочешь платить деньги, чтобы получать удовольствие, ты здесь вообще даже и платя деньги, и не платя деньги, удовольствия особо не получишь, я думаю. Хотя... Кому как, конечно. No Fuku 20k, Mech Week Again. А, 20k. Кстати, 20k это важно очень говорить. Потому что, понимаете, если
Фукуроку Марс делился на 30 тысяч купонов, то это гораздо сложнее их собрать, и, следовательно, он хуже, чем тот, который за 20 тысяч купонов тебе чего-нибудь дает. Уже прикольно. Awful and boring week. Скучная и плохая неделя. Да, добавьте сюда какие-нибудь фейерверки или что-то подобное. Ну что ж, проверим еще разок. Как вы видите, так ничего и не исправлено было. В принципе, они любят исправлять потом через некоторое время. Ивенты, как вы видите, довольно поздно добавили обновление. Возможно, даже они что-то все-таки добавят, но нам не сообщили об этом. И на этом я с вами прощаюсь. Вот такие вот ивенты. Неделя мех, как там и было сказано. То есть фиговая. Всем пока-пока.